Всевышний нам дал один из 613 мицвот. Это написать Сефер Торо. И также каждый человек, который не может сам писать, то он должен нанять раба ортодокс, чтобы он ему написал, человек с дипломом и с проверками, и считается, как будто он сам написал. И также должен он написать несколько букв, хотя бы один, то будет считаться, что это он написал Сефер Торо. Человек, который написал Тору, считается, как будто он получил с горы Синай Тору. Хотя бы одну букву написать сам. Thank you.